пошли. Так. Попробую сейчас еще раз пристану. Так. Что тут такое за дивный перекресток? Неужели это озеро? Ну-ка. А вот что там, похоже, это озеро. Не похоже, а это озеро, походу. Да, озеро. Шикардос. Как тебе прогулка, Алексей? 10 минут и на месте. Ну, не 10. Зато всю дорогу сделали. Фух. Нормально. Короче, у нас сегодня марафон. Леха говорит, давайте, пацаны, по спорту. Хватит уже пить, курить. И сегодня чисто неделя спорта. Фестиваль молодого леща на спорте. Чтобы вы понимали, мы идем уже 49 минут. 49 минут 56 секунд. Это просто ужас. А он говорит, тут 10 минут по чуть-чуть. Зато можно будет выступать по соревнованиям, да? По парной ходьбе. А вы разве пили, курили? Да. Пили, как слоны. Как-то не верится. Бодро идете, да? Ну ладно. А вот уже, смотри, сын. Зерцо. Сейчас заснимем выход на лед сразу. Мне говорят, лед плохой, да? Составил. Леха, он сразу бегу на лед бежит. Леха не только льда не боится, лед боится Леху. Рыбак. Классно. Классно? А что мы вообще ожидаем от сегодняшнего дня? Алексей, дай комментарий по поводу предстоящей рыбалки. Вот на будущее. Ты как эксперт, вот так. Уже как человек с богатым опытом. Время 8 часов, мы идем к жерлицам, будем проверять. Ну, было бы хорошо, если бы еще один фонарик был бы. Ну, блин, этот Сашка постоянно все забывает. И сегодня опять очередной раз он забыл фонарик. Простите, пожалуйста, так оно и было. Интересно, мы про него говорили и не взяли. Самое интересное сейчас будет, так что давайте с нами и не переключайтесь. Да, 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 скинем Сане целое видео. О том, как друзья его на рыбалку гоняют, да? Да. Лёд тут толстый. Не тонкий. У берега немного воды. С прошлого льда. Ну, поверь мне, по этому льду можно бегать, танцевать. Видишь, еще корочка подмерзла. Тут минус, тут добрый минус. Смотри. Ну, доброе утро. Ну что, Алексей? Доброе. Надо тут остаться. Сын! А? Ну давай быстренько бери ледобура живца. Идем. Ну вот. Первая размоточка. Вот так вот. Саня, отцепишь ее? Отцеплю. Конечно. Небольшая, но первая. Давай, давай. Ты подмотал? Жесть, конечно, не самый крупный. Ну что, что скажешь? Расскажи свои ощущения. Моя первая щука. Ну? За 11 лет. Ну уже не первая. Вторая. Все, сынок, давай начинаем отцеплять. Все. Съемка пока прекращается временно. Ух, ребята, час работы. Мы думали, что это щука на килограмм 2. Не, ну все равно же. Нормальная, да, Алексей? Тянуло-то как. Час работы. Тоже рыбаки. Целая проходила спецоперация. Это чтобы достать эту щуку. Ну. Кто-то грыз еще щуку? Ну. Фига себе, смотри, сын. Кто-то атаковал такую щуку здоровую. Нифига себе. Зубки, да? Кто-то даже больше. Ну скажи, поделись своим комментарием. Ну сегодня ты уже видишь щук. Да, я первый раз вижу, что хотя бы две щуки. Это четвертая рыбалка подряд. Тебя лед пугает? Страшный лед? Нет, лед вообще толстый. Ну хорошо, ладно, да. Давайте две прекращаем. Давай сравним. Щуки. Да ладно, потом. Да, снимай. Есть. Да, Леха, будешь? Да, я тягану уже. Давай, тягани рыбу. Но. Давай, четвертую вытяни. Давай, давай, Леха. Ну что? Давай, 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 пробуй. Может, выйдет. Нету?
Должна быть. От Лёхи еще никто не уходил. Есть сопротивление? Нет. Опа! Есть! Еще одно! Еще больше! Лёха чемпион! Всего. Нормально, нормально, ребята. Лёха, смотри, какая, Денис. Смотри, Лёха, какая щука. Ты что творишь? Ху-ху, нормальные Лёха. Дела. Лёха, да, без да. тебя мы не едем на рыбалку, без томатного сока. А я говорил. А погода-то какая, а? Да, погода вообще замечательная. Снег пошел. Надо вот туда аккуратно да, поставить. Эх, снег пошел. Да, наверное, вот в весне. Да. Класс! Еще больше, Леха, ты что творишь? Да. Ну что, ладно, 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 продолжаем рыбачить. Леха, ты... Леха чемпион во всем. Стой, стой. Ну что? Леха, бьется? Тяни. А может нет. Тяни, главное тяни. Не останавливайся. Только не торви. Так. Давай, давай. Должна быть. Есть. Щука, не спеши. Давай. Не дери. Не дери, хорошая щука. Дай помогу. Держи, отпусти. На, подержи. Дай, я помогу вытянуть. Не спеши, не спеши. Это хорошая щука. Ребята тоже. Вот она. Полтора. Вот сволочь. Тихо. Руку засовывай, Саня. А вот так. Еще одна. Ну это ж невезение должно было закончиться рано или поздно. Да! И сколько у нас уже? Пять. Размотала полностью до самого конца. Вот так. Представляешь? Да. Да, ну. Шесть. И две из них. Одна больше другой. Саня, цепишь там? Давай, дезельник убрал? Да, меня. Давайте ты твой дезельник воспользуешься. Первый раз. А. Или тебя раз крыспать надо тоже. Надо. Да. Вставляй инструменты в рот, Денис. А? Бери эту штуку, вставляй в рот. Повернись, Саш. Повернись спиной туда-сюда. Вот. Иди сюда. Ближе подойди. Она не порвет. Давай. Вот так? Отпускай. И отпускай, да. Вставляй, отпускай. Так, где экстрактор? Где вот дерево? Ну, Саш, в руках был. Ты мне это дал. Я тебе два дал. Один. У меня плохая ножка. А, ну вот он лежит. Кстати, ты... У меня плохая новость, хорошо. Рыба. Для рыбы плохая новость. Заглотил, так заглотил, конечно, да. Тут уже без вариантов. Надо тебе это, не? Да, вон, 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 цепляй. Он уже без вариантов, как выкорочевывается. Бери за него. Что скажете по поводу рыбалки? Потом скажем. Пусть видео идет. Ну, идем, еще поклевка. Ой, блин, тихо. Здесь жрец стоит вот такой, с ладошку. На, снимай. Ну? Давай, сами там что. Ну что, уходит в сторону, снимаешь? Давай. Так, первое. Реакция, как будто ничего нет. Блин, наверное, бросил, ребята. Да. Пожевала и бросила. Смотри, как скрутит. Ха-ха-ха, он сбил, видишь, какая фигня? Да. Да. Он скрутил ее. Она сидела до последнего, размотала, просто уже... Как так-то? Ну, вот так. Ну, нет. Пока. Я уже включил. Короче, иди подойди к этой жерлице и посмотри, потяни. Подними, посмотри. Может, поднять аккуратно? Убери и тяни, смотри. Тяни потихонечку. Я не знаю, есть, нет. Тяни, не подсекай, просто тяни. Тяни.
Бери нитку, тяни. Ну, тяни, есть там, нет, не знаю. Нет. Сошла? Тяни, она может под лункой быть. Нет, есть. Тяни, тихо, спеши. Есть. Тихо. Что ты говоришь, Денис? Тяжелый. Тяни. У нас тут спеши. Самый сильный парень. Ну-ка, давай, тяни. Бьется? Есть. Тихо. Помоги ему, Леха. Лучше вот так наверх. Мне, может, там большая, может, спускать вот надо? Вот так лучше. Подтягивай, подтягивай. Рыбка и сидит, да, говоришь? Да, тяни, тяни. Сидит. Ну, тихо, не спеши, не спеши, не спеши, не зери, главное. Может, большая? Да, такая. Тихо, 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 тихо. Отпусти, 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 не дери, не, отпусти. Рыба, тихо, тихо, отпусти, отпусти, это крупная рыба, за багром иди. Тихо, 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 не держи, на, держи. Не, 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 не рви, отпустите. Отпустите, иди, неси багор. Что такое багор? Где все лежит? Багорик, держи, снимай. Тихо. Давайте. Хорошая щука. Ну, пацаны зеленые. Давайте все компании. Всей компании. Убери. Отойди. Она большая будет. Отойди, отойди. Это уже не полкило. Должна быть большая. Снимаешь? Видео идет? Да, пацаны, вам. Не-не-не. Крюк надо. В рюкзаке. Погоди, видео. Багорик, тихо ты. Под, тихо. О! Ох ты, восьмёра! Обалдеть! Я такую щуку в жизни тихо. Не видел! Видите, съемка идет? Да! Ты еще ее тихо. Не видел! Нет, пацаны! Не, она была уже! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо! Не трогай! Ай, Саня! Голову дай завести! Видишь, курточка большая! Их не спеши, не, потиху, потиху. Во, все, взял, бери взял, теперь, взял. Бери за голову, стой, я не вытяну. Стой, стой, держи на багре. Багор поломает, бля, быстрее. Тихо. Тихо. Отпусти вниз, багорик, не надо завести ее. За это за морду бери. Ты не за то берешь, за морду. Во, за морду бери, блин. Во, и морду направь, и все, я вытяну. Все, все, пошла. Ух ты! Щука! Щука! Багор поломался. Саня, Саня, твой багор поломался. Давай. Папа! Папа! Это что такое? Папа! Багор убери. Багор папа! Папа! Мутант! Мутант! Пятерка, Саня, да? Ай, хрен с ней! Папа, сними меня! Пожму руку! Ну! Она размером больше, чем моя рука! Ну, возьми, подними аккуратно! Не-не-не! Она не подымет. Возьми, приподними, попробуй. Если она, блядь, метр, то она и пишет, что там будет. Маленькая плотненькая, да? Да подымай за жабры, бери. Не-не-не. Подымай. Не. Ну возьми, ты подыми уже. Ну что ты? Тихо. Ты же... А! Возьми, приподыми. А, нет, значит... нет, нет! Садит твой тихо. Сюда пошел. Ладно. Давай цеплять. Носить еще точно, подальше. Пойдет. А там у меня есть весы повешены. Пойдет. Ладно, ребята. Что ну что? Такое? Пошли дальше. Да, 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 да. Давай, Саня, с фоткой. Сейчас сделаем фото. Со мной обязательно. Конечно. Не сильно большая даже. Ну что, все. Грузимся. 2 часа дня. Ну, я считаю. Да, рыбалка. Смотри, Леха, держи. Забирай это. Собирай за такое короткое время рыбалка огонь. Гром, ну ты ж наглец. Гром, наглец. Ну что ты, пацан? Есть еще хлеб? Корми его уже остатками хлеба. Накормили, подлещика съел, плотвы съел, полведра рыбы съел. Ставь санки. Ну давай проверим, смотри, сын. Гром, смотри. Вот. Смотри. Вот, дай лапу. Лапу, да, дай лапу.
Или это не гром, либо это местный, похож на грома. Не знаю, я спрошу Виталика. Похож на грома. Да мне кажется, местный какой-то. Местный гуляш? Может. Рыбку хомячит на раз-два. Ну на еще, добро. На, сам покорми. Стой, а можно бросить его? Дай с руки, дай с руки. Подожди, дай, дай, подсниму. Ну, Леха, смотри. Не надо. Сюда. На. Нет, ну я знал, что коты любят рыбу, но чтобы собаки так любили рыбу, это просто трындец. Подлещика 200 грамм съел, как аллигатор. Просто поместился в рот и все. Все. Хватит, оставь Изику немножко, да? А, не, стой, смотри, вот подлещик. Ну да, еще что-нибудь. Он съел одного, был же не один. Да? Да, будешь еще ему рыбку давать? Морда. Так. Если еще одному... Нет, похож на грома. И гром. Вот это мусор. Мусор забираем. Так. Кстати, всегда надо забирать с собой мусор. Потому как в последнее время водоем превратили в свалку просто. Ух, нафигачили рыба. Ну, под конец рыбалки все-таки надо еще, конечно, запустить пару петард. Ну, отъедем, Дима, давай отъедем куда-нибудь. Здесь по пути, Леха, и парочку взорвем уже, отметим это дело. Ну, не здесь, нас просили здесь не взрывать, хорошо. Отъедем. Ай, гром хороший. Хороший. Да, охотничий пес. Ну, охотничий, не трогай его, совсем не глаз, не надо. Что? Он хороший, конечно, лучше не рискуй. Мне сказали, что он может тяпнуть, потому не стоит рисковать. А это охотничий пес, так что тяпнуть охотничий. Только мы его накормили уже, бляха. Ага. Лёха, так, рюкзак ставь. Он же на ногах не стоит, а если ему еще... Ну, все. До скорой встречи, всем пока.